Привет, ребят. Привет, ребят. Хорошо ли меня слышно? Привет, Давайте ребят. Хорошо ли меня слышно? Немножко Давайте. настроим. Хорошо ли меня слышно? Немножко Давайте. настроим. Хорошо ли меня слышно? Немножко Давайте. Настроим. Обратную связь. Немножко обратную связь. Меня слышно? Если меня слышно, ставьте плюс. Если меня слышно, ставьте плюс. Если меня слышно, если меня не слышно, само собой, вы ничего не поставите. Эхо. Так. Сейчас попробуем. Давайте попробуем так. Слышно меня или нет? Я просто взял какой-то микрофон, наушники дебильные. О, отлично, хорошо, 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 хорошо. Спасибо, ребят. Все, понял, что все хорошо. А нас пока тут совсем немного, и ребята, кто есть, кто сейчас не проходит курс школы тренеров, вот у них сегодня, то есть пятница, и заканчивается завтра последний день, завтра будет у них там всякие бонусы и туда-сюда, розыгрыш. Если есть такие ребята, которые сейчас не проходят курс вместе со всеми, поставьте однерку. Кто проходит, ничего не ставьте. Мне просто интересно, сколько здесь человек, которые пришли ради любопытства. Хорошо, все, я понял. Так, ребят, давайте я расскажу, как мы сейчас построим вебинар. Ребятам, которые сейчас проходят курс, они даже не в курсе, но не знают, наверное, что... Я сюда пригласил ребят совсем, скажем так, пока посторонних, которых не обучаются. Для них это небольшое открытие завесы того, что у нас здесь происходит и как это происходит, чтобы они понимали. Потому что у многих возникают вопросы, как и что. И вот скажу, у нас это проходит так. Это один из вебинаров, который, ну, уроки, которые мы проводим совместно. После этого у них будет домашнее задание, они его выполнят, я его проверю и поставлю оценки ведомостей. И если они не выполнят, они получат красный сигнал об этом, чтобы задание было выполнено на 100%. Вот. После сегодняшнего вебинара оставим время на вопросы, на ответ на вопросы, так что если что-то будет у вас, что спросить, оставьте это на конец, чтобы не отвлекаться от основной темы сегодняшней. А сегодняшняя тема – это у нас оформление заданий, а именно оформление воркаутов, вводов, заданий. Мы сегодня не говорим о первой части, о тренировках, а мы говорим только о задании. Еще раз повторюсь, что задание при построении программ тренировок для групп является приоритетным. Вы можете тренировки где-то отпустить, потому что они все-таки нагружают центральную нервную систему, и у них чуть-чуть более высокие цели, скажем, чем для продавца магазина концтоваров, отдела концтоваров. Вернее, цель у всех одна, но пути достижения разные, поэтому кто-то выделяет, скажем, 25% своего времени на собственное развитие в физическом плане, а кому-то нужно только для это время они могут выделить для поддержания хорошей спортивной формы. Так вот, для того, чтобы мы предоставили понятную информацию абсолютно всем, и именно тем, кто мало в этом что понимает и не хочет в это вникать, вы должны, как тренера, научиться представлять это в выгодном свете. И еще я вам что скажу, вы можете этим манипулировать. Каким образом? Если вы видите, что к вам стало ходить мало мужчин, грубо говоря, вы вставляете в тренировку жим штанги лежа и обратите внимание, что жимовики повылазят со всех подвалов для того, чтобы восполнить свое потраченное эго с прошлой тренировки, где были прыжки, где были кардиозадания. Ну, в этом плане.
Итак, давайте, погнали. Наталья у нас пишет что-то очень интересное, понятно. Погнали. Для начала, зачем соблюдать оформление задания? Оформление заданий очень важно соблюдать для того, чтобы это задание было понятно всем. Ведь когда вы раскрываете карту заданий, и она становится буквально, ну, понятно даже ребенку, вы не затрачиваете свою энергию для того, чтобы объяснить каждому, как это сделать. Вот, честно говоря, мой грешок в том, что я могу написать правильно и потом объяснить. И не могу сначала объяснить, а потом написать, то есть это двойная работа. Лучше сразу же на старте составить условия работы таким образом, чтобы вам не приходилось заниматься одним и тем же и тратить на это время. Поэтому оформление заданий является одним из ключевых таких художественных моментов, скажем так. И когда мы обучались у топовых тренеров, у американцев, кроссфитеров, когда заходила тема о создании тренировок, ну, такой вот художественный стиль, то они многие закатывали глаза, потому что это одно из любимых таких вещей, наверное. Но это искусство, и это искусство будет разное, то есть продукты этого искусства будут разные абсолютно у всех. Задание, ну вот одна из целей – это соблюдать оформление задания, чтобы было понятно всем. Да, искусство написания, есть некоторые критерии, которые необходимо просто запомнить, а лучше всего взять листок бумажки и попрактиковать. Я вижу, что у Натали Шелковой, походу, ребенок просто долбит по кнопкам, поэтому очень хорошо. Один из примеров – написать задание, показать ребенку, поймет он или нет, что нужно делать. Вот. Есть еще такой момент. Очень необычно становится слышать от вроде бы образованных людей какие-то глупые вопросы после прочтения и озвучивания задания дня, тренировки дня. Все дело в том, что они узкоспециализированные люди, и им не хочется заморачиваться во все эти тонкости. Они хотят, чтобы все было доступно и понятно. И, конечно, лучше бы это сделать на их языке, на их профессиональном языке. И, скорее всего, они могли бы это перевести на свой профессиональный язык. Но у нас есть все инструменты для того, чтобы создать правильное оформление тренировки. Вы сейчас уже прошли практически построение программ тренировок, и очень хорошие тренировки вы начали писать. Я это заметил и отметил, но еще конец недели, сегодня будет тренировка, завтра написание тренировки. Завтра, кстати, будет итоговое написание, и надо будет предоставить схематичный план всей недели по тренировкам и заданиям. Не забудьте, ребята. Но я об этом скажу еще. Ну что, поехали. Теперь что нам нужно, что нам важно. Какие схемы привлекательны? Есть такое понятие, ну, как привлекательные схемы. Чем они привлекают? То, когда вы пишете тренировку, люди охотнее на нее реагируют. Есть тренировки, которые люди охотно идут. Точно так же, как с упражнениями. Есть любимые упражнения, есть нелюбимые упражнения. Хотя мы говорим, что общая физическая подготовка – это хотите, не хотите, но развитие всех качеств. Но вот люди склонны уделять больше внимания любимым упражнениям, чем нелюбимым. И поэтому такие же есть схемы. То есть смотрите, схемы привлекательные. Такие как равные значения. О чем это говорит? О том, что у вас в ваших комплексах написанных значения одинаковые, они легко запоминаются, то есть 10, 10, 10. Грубо говоря, если мы берем гимнастический комплекс, это 10 подтягиваний, 10 приседаний, 10 отжиманий. Все понятно, и объяснять долго не надо, и легко запоминается. Второе, небольшое количество повторений. То есть если вы напишете, что в тренировке нужно сделать 5000 метров бег, 100 подтягиваний, 100 бёрпи, 100 запрыгиваний на бокс, то человек уже понимает, что это приговор, и, скорее всего,
Ну, он просто откажется, и у него где-нибудь заболит, блин, в ненужном месте, которое обеспечит ему защиту от такой тренировки. То есть, если вы сделаете, грубо говоря, у вас сегодня в тренировочном плане больше 100 повторений, и вы запланировали, что это будет бёрпи, то вы можете сделать, скажем, 10 раундов по 10 бёрпи. Это не так страшно звучит, как 100 бёрпи сразу. Они же все спрашивают, начинают, а отдых будет? Нет вообще. Так вот, небольшое количество повторений является более ярким, ну, более привлекательным видом притает. Дальше чипер. Что значит чипер? Чипер – это значит, вы выполняете не круговую тренировку, а тренировку, которая начинается с первого упражнения и заканчивается последним. Скажем, 5 упражнений, как комплекс известный, омерзительные 50-ки, или как они называются, где все по 50 нужно делать. Сначала вы делаете там, 50 прыгающих подтягиваний, 50 запрыгиваний на бокс, 50 того, сего, сего, и там 10 упражнений, вы все делаете по 50, и после последнего повторения, последнего упражнения команда стоп. Чиперы любят в группах, и охотнее идут, и их это заряжает, они знают, что это не рутина, просто несутся на тренировку на всех парах. Но это очень прикольно. Дальше равный шаг. Да. Равный шаг упражнение. Что это значит? Равный шаг – это говорит о том, что у вас либо увеличение, либо понижение упражнений. То есть сначала вы делаете все по 3, следующий раунд все по 6, следующий раунд все по 9. Видите, шаг идет тройками. Либо вы делаете 10, все по 10, все по 9, все по 8 и так далее, как Линда, допустим. То есть равный шаг, он также мотивирует, настраивает, и центральная нервная система групп, клиентов очень, ну, мягче реагирует на это все, не видя всю подоплеку. То есть когда вы говорите, помните, комплекс на опенах был, где надо было сделать одно приседание с гирями, с гантелями, одно бёрпи, два приседания, два бёрпи, три приседания, три бёрпи. Ну, вроде ерунда, а чем это все закончилось, да? Ну, то же самое. Искусство построения именно цифровых таких вот числовых градаций и хитростей, оно очень помогает завести, заманить клиента, и, как сказать, ну, обратно он уже не даст просто-напросто. Он, главное, легко зайдет, если вы дадите ему по одному. Ну, что такое, скажем, одно приседание, одно отжимание. Ну, хрен же какая, что это все сделают. Но вы же не, он не понимает, к чему это дальше приведет. Дальше убывание. Убывание – это говорит о том, что, ну, будет линейка, то есть такая горочка, ступенька из упражнений, скажем, вот опять же, вы делаете все по 10, все по 9. Во время упражнения, во время комплекса упражнений, когда числа убывают, люди охотней, они, по крайней мере, во время комплекса понимают, что, слава богу, сейчас не нужно делать столько же, либо больше, а нужно делать меньше. Но явный пример – это Фран, где 21 сначала нужно сделать, все, потом все по 15, все по 9. И дальше еще точное количество. Точное количество – это когда вы говорите не, скажем, по самочувствию делай, не приседай 60%, не подтягивание от 5 до 10 раз, а вы конкретно говорите цифру. Просто. Вот эти вот схемы очень хорошо соблюдать при построении тренировок. И вы увидите, что ваши тренировки становятся прям самую страшную тренировку. Можно перефразировать, переписать именно в таком прекрасном контексте. Допустим, тот же Фран можно было сделать 45 подтягиваний, 45 трастеров. Либо можно сделать 21, 15, 9. Те же было все по 45. Либо можно сделать 9 подходов по 5. 5 подтягиваний, 5 растеров, 9 раундов. Та же самая схема, но вот по привлекательности как бы можно выбрать и получше. Дальше. Правила написания. По правилу написания что нужно? Когда вы пишете написание тренировки, вы обязательно должны определить точные условия
это будет на время, это будет на количество, нужно ли закончить комплекс вообще, есть ли лимит у комплексов, ну, вот, все точные условия должны быть определены и написаны именно уже перед стартом задания. Не так, что два раунда, 10 потянем, 10 отжиманий и все. То есть на время или на что-то еще. Ядро задания с четкой структурой. Ядро задания имеется в виду то, что на что нацелена сама задача, сам комплекс. Если вы говорите, что это будет гимнастика, то вы должны объяснить и, ну, по крайней мере, объяснить перед стартом тренировки, какие мышцы будут вовлечены в это и что ваши клиенты получат после тренировки. То есть они должны понимать цель тренировки. Не обязательно им рассказывать, что сегодня модальность гимнастики, тяжелая атлетика, хотя можно. Самое главное, вы можете сказать про интенсивность, потому что интенсивность является основным параметром наших тренировок, и чем интенсивнее тренировка, тем она, конечно, тяжелее, но тем больше пользы человек получает от тренировки. Также ядро задания четко говорит о том, что вы должны в самом задании, написании заданий, четко написать количество, четко написать упражнение какое, четко написать весовые характеристики, высоту, длину, вес и так далее. И еще я здесь не написал. Сейчас, конечно, мне кидать камнями, как хотите, но я могу доказать вам обратное, доказать то, что я прав. Напишите всегда тренировки на русском языке. Многие тренера, я не знаю, с каким они расчетом, с каким принципом это пишут, но пишут все на английском, типа 60 ДУ, ФТ или АФАП, 60 ДУ, 20 ХСПУ и 10 КНЖ или 10 С. Вот нахрена, честно говоря, не понимаю. Мы сами ругаем врачей, которые пишут непонятным языком рецепты и только... передаю записки от врача к врачу, да, типа, как дела, пойдем на хоккей, и вот тебя гоняют по этому, по медучреждению. Вы точно так же, к вам приходят обычные ребята, которые работают на рынке, допустим, торгуют колбасой, им нахрен не нужно знать, что вы там написали на английском языке, честно говорю, выкиньте из головы, делайте то же самое, как мы с вами говорили при создании личного бренда, откройте свой аккаунт, сделать его открытым для общего доступа, для того, чтобы люди с вами могли общаться. Здесь то же самое. Вы не учитель английского языка, вы учитель физкультуры, который должен показывать, что человек должен делать и зачем это должен делать. Не надо объяснять человеку, что такое 10 ДУ, блин, Double Unders. А как сунешься к этим ребятам, которые пишут на английском языке, простой в этом приложении для атлетов, где нужно писать упражнения на английском языке, выбирать для конструкции. Они понятия не имеют, как писать двойные прыжки, они понятия не имеют, что как махи-гири писать, либо там, не знаю, становая тяга, как по-английски. Так нахрена? Пишите на русском. Имейте в виду, что вы это задание пишете не для себя, а для клиентов, еще раз говорю. Дальше, лимит выполнения. Обязательно после любого задания пишите лимит выполнения, если он не рассчитан в самом основании задания. Если у вас в начале задания нету такого, как сказать, ограничения по времени. Вот, что-то меня задела тема, конечно, она меня всегда будоражит, может, по этому поводу еще сказать, по поводу английских тренировок. Просто такое ощущение, что их просто слизывают тупо и скидывают в группы. Есть много таких групп, которые пишут на английском языке. Докажите мне, зачем это писать. Подскриптум. В правилах написания. Подскриптум – это небольшая аннотация к тренировке. Допустим, у вас на тренировке сегодня отжимание в стойке на руках и запрыги на бокс. Ну, не знаю, там условия любые. Мы сейчас под скриптами. Под скриптом вы пишете, что если вы не планируете участвовать, допустим, на опенах,
то вам не обязательно с бокса спрыгивать, а сшагивайте, потому что ваши ахиллы могут быть повреждены после высокой интенсивности. И если вы не участвуете в опенах, то не стоит вам сегодня выполнять отжимания в стойке на руках, кипингом, допустим, а выполните лучше предложенное другое упражнение, там, жим гантели сидя, грубо говоря. Вот, это под скриптом. Либо вы говорите, что после тренировки встречаемся через 5 минут на нашей террасе. Под скриптом всегда должен быть, и он должен быть написан для того, чтобы люди... Понимаете, вы объясняете тренировку и уходите дальше готовить группу к заданию. Увидите, что 10-15% остаются в этой... в зоне, скажем, доски белой, и начинают, сузив глаз, читать, что там написали, что он сказал. Люди некоторые не воспринимают вас на слух, а воспринимают только то, что написано. Поэтому напишите там что. Итак, давайте, пример тренировки. Какая должна быть тренировка? Допустим, пример. Условие. Выполнить как можно больше повторений за 10 минут. Вы знаете, я вам давал 23 вида условия тренировок, так вот, там есть выполнить как можно больше раундов, тогда вы считаете раунды, а здесь вы считаете повторения. Выполнить как можно больше повторений за 10 минут. Мы даем на такую схему равное снижение количества, то есть 100 двойных прыжков на скакалке, 80 запрыгиваний на бокс, высота 60-50 сантиметров, 60 бросков мидбола весом 9,6 килограмм на высоту 3 метра, в оставшееся время максимум калорий гребля. Дальше идет аннотация. Запишите сумму всех повторений. То есть вы видите, что здесь все прописано. Лимит 10 минут. Привлекательная схема 180-60. То есть человек, когда начнет делать, он поймет, что, наверное, в оставшееся время где-то около 40 калорий я должен сделать. Но вы же не думайте, что, о чем они там думают. Самое главное, вы дали схему, которая говорит, что человек должен делать. Те примеры, те тренировки, которые вы пишете изначально, вот сейчас вы все присылаете тренировки, изначально, это все тренировки, это те тренировки, которые являются ядром вашего ума, вашего образования, и это ключевым ядром является развитие основной группы, тренировочной группы, которую вы делаете. Все остальное называется масштаб, масштабирование. Низкое уменьшение, облегчение движения, облегчение условий тренировки – это скайлот, то есть облегченный вариант. И тренировка тяжелее – это beyond the RX, то есть выше RX, усложненная тренировка. Ну, можете написать атлеты. Дальше. Еще один пример. Тренировки. На время. Более сложная тренировка. На время. Сейчас. Ребят, если вы вдруг не смогли открыть вебинар, вот Григорий пишет, один толчок, любой способ, 70 или 50 килограмм. Дальше сразу финиш. 1000. Что по команде марш, груз, станцию, начинают выполнять 10 раундов задания, состоящие вот из трех упражнений. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Как выполнили 10 раундов, сразу бегут еще 1600 метров, и после этого засекается секундомер. Здесь лимита нет, хотя можно было бы написать лимит, допустим, 40 минут. Ну, образно. Либо лимит 30 минут. Все зависит от поставленных условий тренером. И есть ребята, кто не может это сделать. Гайд. Сейчас я напишу, ребят, у кого не лагает, подождите немножко. Хорошо. Так вот, эта тренировка, она не может быть, скажем... Что это? Серега, напиши, что ты масштабировать. Это очень важно.
масштабировать мы должны следующим образом. То есть цель масштаба – облегчение тренировки для его выполнения без смены цели тренировки, для того, чтобы даже самые неподготовленные ребята получили для своего организма те волшебные минуты, которые сделают его одинаково поднимут его развитие, как и у атлета, который будет выполнять с большими весами, так и у простого человека, который, допустим, не может сделать с каким-то весом этот комплекс. Как масштабировать? Поехали. В основе масштабирования лежит понимание интенсивность работы зависит от скорости, времени, расстояния, количества повторений и веса. Так вот, а это же и работоспособность, только удлинение идет некоторых параметров. Ну и ну, мощность – это скорость, расстояние, точно так же. Сила. Сила, скорость. Так вот, очередность изменений параметров. Для начала, чтобы смасштабировать человеку, допустим, масштабирование обычно происходит, конечно, чаще всего индивидуально, но если вы сделаете градацию сразу по масштабированию и пропишете это точно так же на белой доске, сделайте доступным, то есть два варианта, RX и Skylet, тренировка для общей группы и облегченная тренировка, тогда вы разделите группу на два лагеря, на две категории, скажем, и тренировка станет более уникальной. Ведь если вы тренируетесь по своей программе, вы вряд ли будете расти достаточно хорошо по сравнению с теми, кто тренируется по программе, но группой, потому что группа все-таки друг друга мотивирует. Каждый атлет пытается стать лучше другого, хотите вы, не хотите. Так вот, очередность изменений параметров. Сначала мы, если можем, уменьшаем скорость. Второе, если мы можем, уменьшаем вес. И третье, если можем, уменьшаем расстояние. Теперь подробно о каждом. Изменение скорости. Каким образом происходит? Добавьте дополнительное время на отдых. Имеется в виду скорость выполнения, ну, темп, скорость выполнения какого-то количества повторений. Обычно это берут одно подходный максимум. То есть если человек может 10 раз потянуться, то уменьшение скорости будет... Это 5 подтягиваний, грубо говоря, отдых и еще 5 подтягиваний. Снизить темп выполнения. Вы говорите, что нету у этого атлета сегодня задачи выполнить на скорость, притормаживаете на старте, говорите, что делайте спокойно, точно так же, как на разминке, тем самым вы снизите ему темп. Уменьшить количество в том плане, что... Пример – это двойные прыжки, меняйте на одиночные. То есть скорость движения, если суммарную скорость движения организма, его контрольных точек сравнима с двойными прыжками одиночные, конечно, в двойных прыжках оно значительно выше. Этим и обуславливается тем, что это упражнение высокоинтенсивное. Также вы можете увеличить время выполнения на 25%. Почему 25%? Есть такие параметры, которые... Это шаг, 25% и в весах, и в других каких-то измерениях, где вы можете легко градировать. И вам не надо думать, просто примите это. Если вес, допустим, у ребят 100 килограмм, то у девушек 75 килограмм. Ну вот такой масштаб. Время также выполнения можно увеличить. Если, допустим, у вас лимит времени 10 минут, то 10 плюс 25%. 600 надо умножить на 25%. Ну, будет, грубо говоря, там 12-13 минут на выполнение этого комплекса вы можете дать новичкам. И их задача закончить его. Изменение веса. Чем обусловлено изменение веса, как это делать? То есть снизить вес в меньшую сторону, опять же, на 25%. Вот посмотрите, здесь у мужчин соотношение равное 100%, если брать мужской вес, то 75% должен быть у женщин. 75% у мужчин, 50% у женщин. Это все от ключевых значений. Вы можете масштабировать таким образом. Грубо говоря, у RX 100 кг на штанге, у женщин 75 кг. Облегченный вариант у мужчин 75 кг, у женщин 50 кг. Еще облегченный, то есть вы можете
категории Skyl, в виду у них какая-то борьба появится. Дальше вы, предложить выполнить со свободным весом. То есть здесь вы можете не заморачиваться с весами, вам некогда объяснять, вы просто говорите, возьмите вес по самочувствию, но ваша задача вот выполнить условия тренировки такой. Дальше вспомогательные приспособления. Это связано с приседаниями, пистолетиками, с подтягиваниями. Вспомогательное приспособление говорит о том, что вы можете предложить помощь, вот такую вот техническую помощь в выполнении. То есть это могут быть, ну вот, жгуты, по крайней мере. Я просто привел пример, вы можете сами что-то вот такое найти для себя. Это могут быть, там, допустим, митбол для приседаний. Ну, жгуты я взял для подтягивания. И еще изменение веса – это увеличение, это подключение, скажем, ядра вашего, подключение передачи ядра. Наше ядро находится в области таза, и вот для понимания, строгие подтягивания вы облегчаете подтягивания киппингом. То есть если, допустим, у ребят сегодня определить, выполнить тренировку, в которой есть строгие подтягивания, то облегченный вариант вы можете дать киппинг. Если также есть сложные упражнения, скажем, выходы сил на кольцах, вы можете дать облегченный вариант. Это выходы сил на турнике. Выходы сил на турнике можете поменять подтягивание до груди. Подтягивание до груди можете поменять подтягивание до подбородка. Подтягивание до подбородка можете сделать тягу кольцам. Тягу кольцам можете поменять на прыгающие подтягивания и так далее, так далее, так далее. То есть масштабирование, как раз вот изменение веса говорит о том, что воздействие работы, воздействие усилий на определенную группу мышц, оно снижается. Дальше изменение расстояния. Самым главным изменением расстояния является изменение амплитуды. Пример. Махи гири, все знаете, и русские махи. То есть это махи до уровня горизонта. Взятие штанги на грудь, с пола имеется в виду любым способом, взятие с виса. То есть я рекомендую вообще новичкам не давать взятие штанги с пола на грудь, потому что фаза прохождения отрыва штанги с пола до полного выпрямления у них, у многих, то есть это первая фаза, и она встречается именно с сутулой спиной, и это не совсем хорошо. Но забрасывать-то хочется, поэтому пусть они взятие делают с виса. Соответственно, вес, конечно, они поменяют для этого упражнения, но вот ключевым не ставьте ни рывок с пола, рывок с виса, ни взятие с пола, а только взятие с виса. Плюс расстояние имеется в виду расстояние амплитуды, в том, ну, допустим, отжимание, отжимание с колен, либо это может быть отжимание от бокса, отжимание до груди, до обмата и так далее. Сократить амплитуду движения, то есть это имеется в виду изменение расстояния. Также за расстоянием считается количество повторений. Если, допустим, необходимо сделать там 20 калорий на байке ребятам, то девушкам есть предложение выполнить его 15 калорий или 14 калорий. Само собой, новичкам точно так же меньше. Тамошкин, есть у меня такой замечательный студент, он тренирует детей, и у него, это детские группы, я вчера сам тупанул, когда он написал мне тренировку 20 калорий в течение 7 минут, я понял, что это будет печально для всех. Но вот детям, скажем, это как раз будет оптимально, 20 калорий для них, для 5-летних, 6-летних, это будет ого-го. То есть ну, тренировать-то их надо тоже. Поэтому сокращается расстояние именно вот количеством повторений. Теперь, смотрите, приведем масштаб первого упражнения. Вот наше первое упражнение. Сейчас, где у нас? Вот, первое упражнение у нас. Выполнен как можно больше, помните, да? И теперь масштабируем. Да, я его делал. Масштабируем. Выполнить как можно больше повторений за 10 минут. 100 прыжков на скакалке вместо двойных. 80 зашагиваний вместо запрыгиваний на бокс. Сократили высоту бокса 50-40 сантиметров. Выполнили. 60 бросков митбола весом 6,3 килограмма вместо 9,6. На высоту 2,5 метра вместо 3 метров. В оставшееся время максимум калорий гребля. Мы это все оставили. Оставили само ключевое понятие – это условия. Оставили модальность,
и оставили цель – максимум калорий греб. То есть в конце это будет кардио, вещи. И точно так же ребята запишут сумму всех повторений. Сумма всех повторений, она неизменна, она осталась то же самое, как на тренировке по предписанию. Еще масштаб того упражнения, второго, где надо было бегать как лось. Старт 800 метров вместо 1600. Мы понимаем, что женщины пришли, скажем, похудеть, и 1600 метров для них станет явным поводом, чтобы не ходить больше никуда, ни на какой фитнес, и полюбить себя такой, какая она есть. Обратиться к звездам, гороскопам, к эзотерям, для того, чтобы они сказали, что ты прекрасна моя. Поэтому старт 800 метров бег, пусть они чуть-чуть на тренировке, как говорится, не доедят и поймут, что им бежать в два раза меньше, чем всем, это более привлекательно будет для них. Ваша задача – подтолкнуть их для дальнейших тренировок и снять с них страх. Дальше сразу, то есть схема та же, они выполняют 10 раундов, допустим, 3 становые тяга. 50-35 килограмм, вес мы снизили на 25%. Это как пример, вы можете снизить еще больше. Упражнение взятие штанги на грудь с виса, не с пола. Становую тягу также, кстати, можно выполнить не с пола, а с уровня колен, если вы хотите дальше смасштабировать. И толчок, любой способ, то есть толчок с плеч. Можно написать, что штангу можно взять со стоек, то есть не надо для этого взять штанги на грудь выполнять. После этого финиш 800 метров. И вот результаты являются точно так же время выполнения. Теперь, что обязательно нужно писать на тренировочной доске? Вы понимаете, что тренировочная доска – это вот информационное такое поле, где ребята смотрят, делятся и отмечаются. Что нужно писать? Первое. Обязательно нужно писать тренировку, описание тренировки, вернее. Обязательно. Второе. Описание задания. Третье, облегченную версию именно задания. Облегченную версию тренировки вы можете не писать. Облегченную версию задания обязательно. И когда пойдут результаты, результаты всех участников тренировки, обязательно отметьте лучших в каждой категории. Я написал отметку лучших М и Ж. Это можно сделать кружком обвести, магнитик какой-то повесить, корону нарисовать. Да что хотите, самое главное. Надо их отметить обязательно. И это в категории, если мы не делали категорию облегченную. То есть, если хотите отметить облегченную категорию, отметьте и там людей самых лучших. Вы можете также отметить самого худшего, обозначить, что он сегодня самый стойкий и так далее, и так далее. Обязательно делайте пометки и отмечайте людей, награждайте их за их старания и заслуги. Потому что, ну, вы – это авторитетный человек, который дает оценку. Что не нужно писать на тренировочной доске, и не нужно это даже тратить время. Не нужно писать разминку, потому что разминка и заминку, и тайминг. Разминка, заминка, они могут меняться, варьироваться от количества наполнений группы. Скажем, если тренировка дня одна, и вы пишете разминку, заминку, все четко, это у вас работает на тренировках утренних групп, где там полтора человека, грубо говоря, ну 10-15 человек, где вы все успеете. И пришло у вас 60 человек битком просто вечером. Понятно, что разминку, заминку попросту не успеете. Но когда, если вы напишете клиенту, увидеть, что тут написано, само собой косяк будет за вами. Лучше этого не писать, держать в голове и варьировать, используя ваше искусство тренера. Тайминг, да, писать не обязательно. Вы можете где-то в уголке, либо на листочке, на бумажке написать себе, положить в карман, чтобы знать примерно, что и во сколько. После первой тренировки у вас уже сложится в голове свой тайм-менеджмент, который как будильник будет работать. Поэтому писать не надо. Всегда завершайте тренировочный день анонсом следующего дня. То есть вы завершили тренировку, все записали, отблагодарили, похвалили всех участников и сказали, что обязательно расскажите, когда вы будете тренировать в следующий раз, и объявите о том, что будет на тренировке. Не нужно говорить полностью. Вы просто скажете, что мы поработаем над ногами, мы попробуем сделать что-то прикольное со скакалкой.
Я научу вас управлять кором, мы покачаем пресс, мы немножко поработаем над выносливостью. Вот, такие размытые общие картины, чтобы человек понял, что его ждет дальше. Это сделать необходимо просто для того, чтобы привязать каким-то событием, и чтобы клиенты чувствовали, что у вас следует продолжение истории. И самое главное, что вы должны сделать после тренировки, это селфи. Это самый лучший инструмент после, конечно, отзывов на селфи после тренировки. Выложите в соцсетях своих, поблагодарите всех, скажите, что это было круто. Пусть будет 3-4, хоть один человек, сделайте селфи, не поленитесь. Не сломается у вас телефон, у вас будет дополнительный контент к вашему контент-плану, который мы с вами проходили на прошлой неделе. Вот, ребят, вот так необходимо оформлять задание. И теперь давайте я слушаю ваши вопросы. У кого какие есть? Пишите. Сегодня это предпоследнее задание. Вечером сегодня... Что сегодня вечером будет? Сегодня вечером будет материал о оказании первой помощи обязательно. А нет, сегодня вечером у вас будут документы для проведения соревнований. Это как написать правильно положение соревнований, как написать справки, освобождение и так далее, так далее, так далее. А завтра у вас будет уроком, первым уроком, это шестой день построения тренировок, и в 2 часа это будет оказание первой помощи. И вечером у нас с вами выпуск. Хорошо, ребята, используйте эти знания во благо в своей работе и во благо развития ваших групп. Ведь если вы досконально все продумаете до того, как выпустите тренировку на всеобщее обозрение, на выполнение, вы увидите, что отдача идет феноменальная. Если вы понятны людям, людям понятно, куда обращаться. Огромное спасибо за ваше спасибо. Честное слово. Хорошо, ребят, если вопросов нет, для группы, сегодняшней группы, вам необходимо сделать домашнее задание. Это оформить любое ваше, написать лимит, если есть, под скриптом, что нужно сделать, если есть. Обязательно масштаб, смасштабировать. Вот что нужно сделать. Ребята, которые вчера... Да. Вчера ребята, которые... Вчера ребята, которые выполнили... В заданиях есть смысл. В задании нужно менять регионы низ вверх. Что значит? Руслан, я не совсем понимаю, что значит в задании нужно менять регионы низ вверх. Что это такое? Не совсем понятно. Руслан, напиши мне в личку, я тебе отвечу поподробнее. Либо созвонимся. Если ты в школе тренеров сейчас... Верхнюю часть. Я не понимаю, что верхнюю часть менять где. Хорошо, давай. Напиши в чате в нашем, в школе, и там разберем. Все, ребят, остальным все пока. Огромное спасибо, что послушали. Ссылку на вебинар я скину.
и пришлю ее личным сообщением, точно так же, как прощу не в школе, 19 сентября. Курс будет у нас, стартанет 23 сентября, и он продлится месяц, недели, не две недели, четыре недели, где мы затронем дополнительно ко всем имеющим темам еще тему мотивации. Тема мотивации, как мотивировать операция и как писать мотивационные тексты для того, чтобы рядом человек, который услышал, что вы прочитали, встал и пошел делать. Все. Пока, ребят. Огромное спасибо.